Здравствуйте! Сегодня покажу вам платье экстра Швейцария. Мы немножко в походных условиях из-за переезда, но я очень надеюсь, что эти платья вы хорошо рассмотрите, потому что когда я их выкладывала, я их рассмотрела. Брака, собственно говоря, нет, размеры разные, бренды европейские. Это лето-летнее, платье лето-летнее. Размеры разные на самом деле. Есть вот такие с претензией на вечернее платье. Упаковка данного лота 25. Здесь будет 115 платьев, туник и вот такие вот комбинезоны всего 2. ХБ. Вот еще один, и больше их не будет. Будет только комбинезоны с шортиками. Большой размер комбинезонов. Себестоимость данного платья 150 рублей за единицу. Вполне, скажем так, коммерческая стоимость. H&M. Комбинезон. Это трикотаж H&M. Сзади резинка. Амису платьишко, это трикотаж. H&M туника. Снова H&M Basic. ХБ. Туника. Это тоже трикотаж. Здесь у него резинка. Силиконовая H&M. Снова H&M, трикотаж. Вот таких вот туник, она из марлевки. Их тут будет несколько, но все они разных цветов и все они новые. Вся информация о данном лоте, его стоимость, цена за килограмм будет у вас под видео. Это комбинезон. Я могу сказать, что себестоимость данного платья 150 рублей за одну штуку. H&M. То есть тут очень в этом мешке много действительно H&M. Смотрите, вот такое платье трикотажное, красивое. Внизу кружева. Подол отделан кружевами. Туника, трикотаж. Это синтетическое платье спортивного образца для фитнеса. М-ка. Трикотаж. Это детское платье Tailey Veil. Туника. У этого платья открытые плечи. Вот так выглядит. Это тонкое ХБ. На резинке пляжный вариант платья. Туника. Это не туника, это шортики с открытой спиной. Трикотаж Bontrix. Похоже, что новая. Вот еще одна такая новая туника из марлевки. И еще одна, только другого цвета. Платье из двухслойное из кружева. Это пинки. Трикотаж. Трикотаж основа. Трикотажное платье. Шортики ХБ. Тоже с претензией на вечер, у него открытые плечи, открытая спина, струящийся подол. Красивое платье. Вот это тоже красивое ХБ. ХБ, трикотаж. Платье с бусиками, но это туника, потому что оно такое короткое. Десигуал.
такие милые, симпатичные платьишки. Дефектов я не вижу. Ну, не вижу дефектов. H&M. Пляжный вариант без бретелек. Но это ХБ. Street One туника. Мягкий трикотаж струящийся. Мягкий трикотаж. Я так полагаю, что вот это как-то вот на шею, что ли. В общем, не знаю. Но это трикотажное платье с длинным рукавом. Туника, платье, ХБ и кружево. Без бретелек. ХБ. Очень мало синтетики, практически нету. Вот все натуральные ткани. Все натуралка. Это многослойное платье. Ой, слушайте, это блузка платье. То есть, смотрите, у нее очень короткий, ну, перед, да, и очень длинный зад. То есть это такой летний жилет из ХБ с брюками или с леггинсами, можно с шортами. ХБ. Вот синтетика. На бретельках. Туника. Двухслойное платье. ХБ. Туника. Синтетика. Оно более на пляжное похоже платье, как купальник. Блачини, платье-футляр летний. ХБ на резинке с краями рваными. ХБ, туника. Это мягкий трикотаж. Тейли Вейл. Это комбинезон, это H&M, платье, туника. Ласкана, платье, трикотаж. ХБ. Синтетика. Туника с открытыми плечами. Двухслойная. Спортивное платье. Легкое шифоновое. Винитон. Тонкий-тонкий трикотаж с гольфом. Такое. ХБ. Они немножко мятые, потому что я их только достала. Комбинезон зебра. На бретельках. Шифон. Это больше похоже на пеньюар. Эсприт. Платье-халат с запахом. Еще одна туника, новая из Марлевки. Вот их, смотрите, темно-синяя и голубая. Платье с открытыми плечами из трикотажа. Шифон. Трикотаж H&M.
New Collection – это трикотаж, кружево. Трикотаж, туника. Street One HB. 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 Открытый низ. Трикотаж. Трикотаж. Это длинная туника из ХБ. Воротник стойка. Синтетика. Туника синтетика. Шифон туника многослойная. Синтетика. ХБ. Но это тоже туника. Так, ХБ с кружевом, H&M, Вера Мода, ХБ, ХБ, комбинезон из гипюра, ну кружево, Only, длинная футболка. Майка, ну такая туника тоже. А, платье, оно с пояса, оно мятое. Тут написано, что оно элька, смотрится не как элька. У него есть карманы, очень красивый пояс. Я думаю, что если его погладить, то оно будет сразу побольше размера. Это с кружевом платье, двухслойное. И туника. Это были платье экстра Швейцарии. Вся информация под лотом. Слушай. А ты его вообще включила?